Актеры переехали из тесной квартиры в Москве. Антонина Паперная и Владимир Яглыч поселились с двумя детьми в элитном поселке. Звездная пара отмечает сразу два радостных события. Совсем недавно супруги приветствовали появление на свет своего второго ребенка. После выписки они обосновались в собственном просторном доме в поселке Трувиль в Подмосковье. Их недвижимость находится в живописном месте на берегу озера и среди буйной зелени. По Минскому шоссе до Москвы около получаса езды. 29-летняя Анастасия и 37-летний Владимир с двухлетней дочерью Евой ранее жили в двухкомнатной квартире. С двумя детьми им стало тесновато. Актеры решили перебраться за город. Паперная и Яглыч выбрали дом неподалеку от особняка Павла Прилучного. Поселок закрыт от посторонних, есть контрольно-пропускные пункты, охрана, имеется видеонаблюдение, ведется круглосуточное патрулирование. Здесь также работает необходимая инфраструктура, фитнес-центр, магазины, ресторан, кафе. Строения выполнены во французском стиле ХА века. Фасады домов декорированы по аутентичным эскизам французских архитекторов. Цены на недвижимость здесь начинаются от 50 миллионов, сообщает StarHit. В условиях самоизоляции свой дом с участком – это лучшее решение для семей с детьми. На своей странице в Instagram Яглыч обнародовал фото с супругой во время прогулки по их просторному зеленому участку. Исполнитель главной роли в комедии «Ночная смена» не сразу обрел семейное счастье. 5 лет он был женат на Светлане Ходченковой. Они расстались в 2010 году. После этого у Яглыча был непродолжительный роман с бывшей чемпионкой мира в танцах на льду Оксаной Домниной. Об отношениях с Антониной Паперной стало известно в 2015 году. Актеры тщательно оберегают свою жизнь и редко отвечают на личные вопросы. Они также скрывают от глаз общественности своих детей. Долгожданная дочь в звездном семействе появилась в июле 2017 года. В апреле этого года Яглыч оригинально сообщил о пополнении. Он опубликовал кадр с новорожденным львенком из мультфильма «Король лев». Поклонники пришли к мнению, что у Анастасии и Владимира родился сын. Недавно актер засветился в комедийном проекте с Аглаей Тарасовой.